Владимир Якушев работает в Москве. Сегодня губернатор встретился с министром спорта Виталием Мутко. Они подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках договора в области продолжится развитие спорта высших достижений, а также дальнейшее привлечение населения к занятиям физической культурой. Владимир Якушев отметил, что в Тюменской области этому уделяют особое внимание. Регион занимает третье место в России по уровню организации занятий спортом. Так, в начале апреля в области прошли российские и международные турниры по биатлону на приз губернатора и гонка чемпионов. Уже в июле мы второй раз будем принимать крупные соревнования под дзюдо из серии «Большой шлем».